Мария Захарова. Совсем недавно из Кишиневского аэропорта назад в Москву отправили председателя Общественной палаты России Александра Малькевича. Не пустили в Молдову и спецкора газеты «Комсомольская правда» Дарью Асламову. Особенно мне интересно, почему препятствовали во въезде Дарьи Асламовой, если я считаю, что она будет задавать там неудобные вопросы, пересмотреть интервью, которое она брала у Сергея Лаврова. Вот уж где были неудобные вопросы и такая жесткая полемика. Ничего, живы остались. Для беседы в аэропорту Кишинева были задержаны и участники молодежного форума «Тирос-2019». Ранее в Молдову не впустили и группу российских артистов. Их пригласили на мероприятие по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье. В российском МИДе считают, такие действия не способствуют развитию российско-молдавских отношений.